Накануне Ирине исполнилось 18 лет. Этот день рождения она, несомненно, запомнит на всю жизнь. Ведь подарком ей стали ключи от собственной квартиры в новостройке. Ирина родилась в поселке Володарского, но осталась без попечения родителей. С 11 лет жила в детском доме «Молодая гвардия», а последние 2 года воспитывалась в приемной семье. И вот наступил тот день, когда ее пригласили в администрацию муниципалитета для оформления договора о предоставлении жилья. Ключи от квартиры вручил лично глава района Валерий Венцель. Ну и самое приятное, да, это ключи от квартиры. Да, держи. Спасибо большое. Да, молодец. Ты держись, нет. Не расстраивайся. Отдельно стоит сказать о приемной семье. Ольга Борщевская была волонтером в детском доме «Молодая гвардия», где прониклась любовью к воспитанникам. Там она познакомилась с подростками, с детьми. И как-то так со временем получилось, что мы одновременно усыновили 3 дочерей, одна из которых была уже глубоко беременная, и вот результат беременности у меня на руках, то есть приемный внук, которого мы считаем безумно своим. Сразу после вручения ключей вместе с сотрудниками органов опеки Ира поехала в свою новую квартиру на Березовой улице. Это просторная однушка с готовым ремонтом. Хоть завтра можно завозить мебель. По словам новоиспеченной хозяйки, она еще не до конца осознала, что произошло. У меня сначала не было никаких эмоций. Ну, это просто, ну, как-то странно. 18 лет, своя квартира, ее дарят. Ну, не у всех это просто есть такая возможность. Вот. И сейчас немного переживаю, это очень как-то странно. Ира стала уже 5-м ребенком, оставшимся без попечения родителей из Ленинского района, кому выделили жилье в 2018 году. Управление опеки и попечительства контролировало, чтобы данная квартира была приведена застройщиком в соответствии всем требованиям. Конечно, мы очень рады за нее, так как квартира прекрасная. И это большая заслуга, конечно, в первую очередь губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, потому что это его губернаторская программа. В следующем году Ира планирует поступать в институт, хочет выучиться на юриста. Теперь у нее есть все условия для дальнейшей благополучной жизни. Дмитрий Книга, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».